с ребенком что-то плохое происходит, ну там, может, какое-то сексуальное насилие или вообще, ну, такое, этот ребенок, он, ну, в наших глазах вообще же безвинное существо. То есть это значит, из той жизни у него такая карма, ну, такая очень тяжелая пришла, что он еще уже в детстве начал за это платить, что ли? Да, причем у родителей есть способ помочь ребенку. То есть он не может отработать карму ребенка, но он может создать условия, то есть своей энергии. Вот как я рассказывал про то, чтобы когда порезаться рядом с Артуром, порезаться в открытом море. Вот как раз родитель и является этими условиями. То есть в зависимости от энергии родителя, да, например, у ребенка есть негативная карма, там определенные шишки, которые ему суждены, они у него будут. Но если родитель будет адекватным и будет иметь хороший уровень развития, то эти шишки будут в самой мягкой форме. Все будет проходить гораздо легче. Все равно будет, но будет все гораздо легче. И именно этим и можно помочь человеку. То есть любому так человеку, любому вашему родственнику, любому вашему близкому.